1 сентября – День знаний. Дети возвращаются в школу отдохнувшими, готовыми грызть гранит наук. Но начинается учебный год не со знаний, а с традиционной линейки и урока мира. Школе 1494 особенно повезло. Так называемым «уроком мира» стало яркое мероприятие, организованное Оргкомитетом Чемпионата мира по футболу 2018. Ученикам рассказали о ярких моментах в истории футбола, провели викторины и, конечно, красочно представили грядущий домашний чемпионат мира в России. Впрочем, об этом пусть расскажут сами слушатели, среди которых оказались и футболисты «Локомотива» Алан Касаев и Артем Галаджан. Снова в это окунулся, недавно только самого были 1 сентября. Чуть вспомнил, ну, где-то, может, грустно, что ушло это все, где-то радостно, что вырвался уже из школы. Пожелали ребятам хорошего учебного года, ну, чтобы все хорошо учились в школе, это главное, и без глупостей лишних. И ходили к нам на матчи, конечно. Ребята с удовольствием слушали, вот, наверное, все ждут чемпионат мира, который будет дома. Я повторю, что это будет праздник для всей страны, в частности, для любителей футбола, поэтому все ждем. Сегодня у нас были в гостях у нашей школы футболисты из футбольного клуба «Локомотива» Алан Касаев и Артем Галаджан. Они вместе с нами послушали лекцию о предстоящем чемпионате мира в 2018 году. Нам рассказали много чего нового, и это было очень интересно. Потом они раздали нам автографы, и мы смогли с ними сфотографироваться.